Їхній тихий вечір перетворився на жах. Жах, що вони запам'ятають назавжди у своєму житті. А на згадку буде не тільки страх, а й вибиті вікна та посічені автівки. Таким він був вечір четверга у мешканців Павлового Поля. Было очень громко. Сначала было где-то недалеко один обстрел, то есть там несколько снарядов прилетело. Мы побежали в коридор с женой, а потом второй прилет был уже близко и разбило окна. Конечно, было очень шумно, мы думали, что там не то что окон, что там ничего нету. Не знаю, що це було, град чи що. Було страшно, так. Да. Розбилось окно, повністю його треба міняти. І там по під'їзду теж там окна повилітали. І пробило газову трубу, пішов газ. И пришлось сразу вызывать коммунальщиков. 104 мы набрали, сразу приехали, залатали, и все, и газ уже не шел. Конечно, перепугались, когда увидели, что газ, и побежали в другой подъезд, там сидели, прятались. Ночью, конечно, сидели в коридоре, там и спали. Я в жизни много видел. И смерти, и страшного. Вчера страшно было. Мысль была страшно. Умереть просто ни за что. Я как раз курил на балконе, когда первых три лупануло где-то там. А потом рядом, наверное, я так и не понял, потому что темно было. И вы знаете, я вспоминаю, как я к двери входной бежал, чуть ли не на коленях. Потому что начал рваться. Кажется, что вот под балконом. Мысль была, конечно, за родных, потому что... война вообще-то это... ужасное дело, в каком бы она виде ни была там. Вчера было страшно. Страшно было на самом деле, что мне потом трясло полчаса, наверное. Не от того, что там я боялся умереть. Просто боялся умереть по-глупому, понимаете? Ни за что. За что? От кого? Что интересно. За даними слідства 4 серпня 2022 року, близько 22 години було здійснено обстріл одного із житлових масивів Шевченківського району міста Харкова, за результатом чого було пошкоджено багатоповерхівки, низку автівок, а також є 4 поранені людини. На даний час в рамках кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, а саме огляд місця події, вилучаються уламки вказаних снарядів, також проводяться допити свідків та очевидців, а також допити потерпілих. За наслідками цього буде призначено відповідні судові експертизи щодо калібру та виду озброєння, з якого було здійснено обстріл. Також призначено судові будівельні експертизи щодо визначення матеріальних збитків, які були заподіяні внаслідок обстрілу, а також судово-медичні експертизи щодо поранених осіб. За попередніми даними, обстріл було проведено із реактивної системи залпового вогню і з касетними боєприпасами. З самого утра ми устраняємо прильот вчорашнього вечора, який пішов в Павлове поле. Забиваємо ОСБ, щоб люди як-то могли комфортно вже літати тут. То, что сегодня творит российский агрессор, это планомерное запугивание города Харькова, населения города Харькова, харьковчан. Абсолютно точно ничего у них не получится. Дух харьковский никогда им не сломать. А то, что сегодня мы видим здесь после вечерних и ночных обстрелов, это, знаете, здесь нет ни одного военного объекта.
И то, что сегодня российские агрессоры делают, это не война против военных. Это планомерный геноцид против харьковчан, геноцид против украинской нации, украинского народа. И обстреливать жилые микрорайоны, обстреливать школы, обстреливать детские садики, магазины. Но это, знаете, особый цинизм. Особый цинизм, который сегодня происходит в российской армии, и российские агрессоры пытаются этим напугать всех, деморализовать нас. Но абсолютно точно у них ничего не получится. Победа будет за нами. Харьков выстоит, Украина выстоит и обязательно победит. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.